Скупина. Синебяшечка. Нравится вот эта троица, знаменитая в кинотеатре своя. Закулисье, узкое пространство. Чем отличается кинотеатр? Потому что места не так много, очень узко. А вон там артисты ругаются. Ругаются они, дебили. Чего ругаются? Самые большие, самые злые. Но. Да не подхожу я к вам. Нужны вы мне больно. Пространство сцены. Сейчас, приехал Антон меня забирать с работы. И знаете, куда он побежал? Он там с танком фотографируется, не видно, малыш. Увидел, о, танк! И побежал маленький к танку. Ну все, вылетаю из Петербурга в Казань, из Казани в Иркутск. Сумки тащу. Мой небольшой багаж. Вот, все тащу на СБ. Ну, предварительный досмотр прошел. Сейчас жду коллега. Подойдет через минут 50, я рано после концерта. И все. И полетим. Аэропорт в Казани. Вот такой вот он. Казань. Давненько я в тебе не был. Прям побывал. Казань. Напротив аэропорта вышли, главное, сфотографироваться. На фоне надписи Казань. А снаружи ее нет, а внутри мы не сфоткались. Гостиница и самолет. Красота. Дубай. Мурманск, Дубай. Угу. Люди. Фильм «Лангольеры» смотрел. Где все? Где они?